Всем привет, меня зовут Александр Круглов, я директор по развитию ВКонтакте. В нашей соцсети я отвечаю за все бизнес-инструменты, то, как пользователи и рекламодатели взаимодействуют друг с другом в рамках сообществ, то, как рекламодатели используют нашу таргетированную рекламу. 15 декабря в 7 часов вечера по Москве я расскажу о том, какие наиболее классные продуктовые фичи для бизнеса мы запустили в этом году, какие фичи мы планируем сделать в году наступающем, и как бизнесом, который хоть немного связан с интернетом, лучше работать в рамках ВКонтакте, ну и со всех социальных сетей в целом. Записывайтесь и смотрите меня 15 декабря в 7 вечера по Москве.